почти 40 лет не работал. Ваш спасательный жилет находится под сиденьем вашего кресла. Мияйна целью сабергер, агатнер, амадамутян годинерем. Амадамутян итиелерем, контрумент чоптабер электрунен, апахубатен цехи хайтабельман азданышаннеров. Тарички и парички жаманах сирахи химлакан. Маленький аэродром, рядом река, похожа на Аку. Возможно, это Дракина.
ձեզ ամրացված ամրագոտիներով, մինչև օդանավիճերին տանգարը և ամրացներ ամրագոտիները զոտախտակի հանգչելը։ Օդանավելու Տայվան Արմենիա ավիաընկերության երթուղիներում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Дамы и господа, наш самолет совершил посадку между народом аэропорта Внуково города Москва. Температура за бортом плюс 9 градусов. Просим вас оставаться на своих местах до полной остановки самолета и включения табло компании Flyone Armenia. Благодарим за внимание. Родные пенаты? Вау! Счастлив! Домой добрался. Вот он дом родной. А что не прыгаешь? Неужели опять в Италию хочешь, Ал? Здесь хочешь? Вот я тоже думаю. Работы много. Тюльпанчики. А вот и нянечка прячется, няня. Мы хотим увидеть нашу няню. Она в домашнюю. А кто тут нас ждет? Муся, прости меня, пожалуйста. Ой, да господи, наша красавица. Прости нас, Муся. Ой, холосый нас. Хорошенькая. Муся. Мусянчик. Мусь, прости, пожалуйста. Мусянчик. Мы гулящие, как коты. Ждала нас. Ты простишь, ладно? Ира говорит, что нас ждала сегодня. А мы столько вкусненького тебе наготовим. Я даже Али не скажу. Сам тебе наготовлю, ладно? Ой, мой хороший. Ну, дай мне теперь ее. Дай мне. Держать? Ну, конечно. Ой, Мусику, мы так по тебе скучали. Знаешь, сколько видели всяких котов, собак. Ну, думали всегда о тебе. Кого увидим похожим на тебя, кричи Муся, Муся. Даже собаку иногда Мусей называли. Ты уж прости нас. У нас обычно так принято, как Мусику обнимаем. Значит, все, мы дома. Так путешествие... Заканчивается. Заканчивается. Итак, объявляем наше путешествие... Потрясающе по насыщенности подходит к концу. Вернее, все, подошло к концу. Мусику обняли, значит, подошло к концу. Но мы обязуемся. Как только, так сразу. Да. Ну, Муся, неделю, две, три, Мусь, никуда. Пока, никуда. Муся, три нет. Недели никуда, обещаем. Никуда. Нет, никуда. Все, дорогие друзья, хорошего вам дня. Уважайте друг друга, любите друг друга, любите своих домашних питомцев и не обижайте их. С чистым четвергом. Да, теперь будем дома. И с наступающим праздником. Праздник. Очень хороший томат. Алла. А, можно я там? Какой стол, какой стол, а? Армянский. Армянский. Кубанский, то есть кубанский. Ну, я с Армении приехал, я как увидел там стол. Первый раз за все время поел там, да? Да, к сожалению, да. Ну, нет, подожди, надо или путешествовать. Или есть, да. Или есть, да. Это... А мы тут вообще. А вот сейчас приедешь домой, и я тебе буду всякое. Кормить будешь? Буду обещаешь? Кормить, подожди, вот сюда смотри. Мы, зрители проверят потом. Вот так, кормить буду будешь? Кормить, да. Буду каждый кормить. День? Да. Обещаешь? Да. В городе Ла-Лагуна Алла зашла в магазинчик и с загадочным видом выходит с этим пакетиком. Говорит, а я кое-что купила для дома. Я говорю, что? Она говорит, узнаешь дома. Открывать? Было много всевозможных вариантов. Кто-то говорил, что растение какое-то посадить для дома.
кактус. Кто-то что-то там. В общем, было несколько вариантов, но ни один человек даже близко не приблизился. Ну, может быть, растение для дома, да, может быть, близко, так чуть-чуть тепленько, чуть-чуть тепленько. Я сам не знаю, что здесь находится. Ну, открываю, да? Ну, открываю, раз все равно никто не угадал. Поползет, поползет, поползет. Ух! Смотри, какая красота. Вот это да. Ящерица канарская. Это ящериц, как символ, да. Очень много на Канарских островах. Очень. Но они такие все хорошенькие, добрые. Они не ругаются, не грызутся, не кусаются. Ну, так иногда выползет из-за кустов. По стенке обычно они ползают. Подбежит и смотрит. И глазки такие любопытные-любопытные. И говорит: «Хозяин, ты что ешь?» «Ну, я яблоко ем». «Дай мне кусочек яблока». «Ну, даешь кусочек яблока». Хватает яблоко и так в кустах там хрусь, 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 хрусь. Вот такое решение. А куда мы это делаем? Я хочу на веранду повесить. Как память о Канарских островах? Ну, да. А лапки какие? Ой, какая красотка. Красотка. Вот такая вот прелесть. Это глина или что это? Да, или керамика. Нет, керамическая. Расписная керамическая штучка. Понятно. Вот такая прелесть. Ну, в общем, у кого были близкие предположения, пишите. Кстати, номер купили в Валенсии. Тоже Испания. И вот теперь с Канарских островов очаровательная ященка. Ящерка ползает. В России тоже ящерки ползают. В Подмосковье их мало, а где-нибудь на югах, ой-ой-ой, как много. Друг нашего канала Ирина уезжает домой. Без Ирины не состоялось бы наше грандиозное путешествие, из которого мы только что вернулись. Ирина, низкий тебе поклон не только от нас с Аллой, но и от всех друзей нашего канала. До свидания.